Второе отравление детей за неделю. На этот раз ЧП произошло в оздоровительном лагере «Березка» на Кумысной Поляне. Несколько воспитанников обратились в медпункт с жалобами на плохое самочувствие и тошноту. К месту отдыха детей выехали специалисты регионального Минздрава и родители. 14 человек с диагнозом отравления были доставлены в медицинские учреждения города. Тех, кто от госпитализации отказался, забрали домой родители. В настоящее время деятельность детского учреждения приостановлена. Нас просто вот вырвало, и, да, и жидкий стул был. Доктор нам позвонила, думаю, что, ну, наверное, которая в лагере, дежурный врач, и сказала, что вот ребенка самочувствие, но у нас не очень сложное самочувствие, взяли нам все анализы. Меня тошнило, я была в медпункте, ну, долгое время. Все это время я пила воду, и... меня тошнило. А другие дети, что про них можешь сказать? Ну, у многих людей то же самое было. Они, то есть, я думаю, то, что это какая-то инфекция. Сейчас в детском учреждении следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Это уже не первый случай отравления детей в лагерях отдыха за последние несколько дней. Напомню, в прошлый четверг из лагеря «Солнышко», расположенного в Саратовском районе, с диагнозом «острая кишечная инфекция» были госпитализированы более 20 воспитанников. Согласно результатам лабораторных исследований, в 4 смывах с крана для мытья рук, а также на спецодежде и руках персонала пищеблока было обнаружен норовирус, вызывающий диарею и рвоту. Попав в организм, он приводит к обезвоживанию, а в случае, если болезнь вовремя не лечить, вирус может надолго поселиться в кишечнике.